Рома Кулатов работает в торговом центре «Гудок», где есть стационарный пункт вакцинации. Сегодня парень решил сделать прививку, тем самым обезопасить себя и всех тех, с кем ему приходится контактировать ежедневно. Рассказывает сам из семьи врачей, поэтому к вопросу вакцинации относится со всей серьезностью. Мы будем делать все вакцину. Потому что по-другому никак. Если вакцина действительно будет действовать, то наконец-то я смогу работать и ходить по улице спокойно и без маски. Идут, и в основном идет уже молодежь, поэтому мы надеемся, что открытие такого пункта будет способствовать коллективному иммунитету. За последние несколько недель медики фиксируют рост заболеваемости COVID-19. Вакцинация – это то, что может уберечь от недуга, говорят врачи. Перед тем, как сделать прививку, обязательно проводится осмотр. Врач проверяет наличие или отсутствие противопоказаний, измеряет давление и температуру. В пунктах вакцинации, развернутых на базе торговых центров, принимают без предварительной записи. Раз такая ситуация, то лучше не пренебрегать тем, то, что для нас разработали. Кроме того, я перенесла ковид и знаю, что это такое, не хочу повторно заболеть. Для того, чтобы скорее выработать коллективный иммунитет, на помощь медикам, работающим в стационарных поликлиниках, приходят мобильные прививочные пункты. По пятницам и выходным сделать прививку можно возле Меги, Космопорта и Амбара. Мария Илчан, События.